Випер, ветерочек. Что же у тебя в голове, ветерочек? Хорош, хорош. Кстати, герой становится универсальным, прикольно. Ну и стоп тебя. Попробовать через иммунити поиграть. Пойти в защиту. Давно хотел протестить, насколько это жестко. Второй Эдолон вылез. Эдолоны жесткие. Опа, у кого-то уже Giant Strike жестко. Тамбу не вижу смысла брать. Face Shift, ладно. Блин, он же меня сейчас замедлит, и все, я его не убью. А чё в луже стоишь? Ему нравится стоять в луже. Хороший мальчик, послушный. Блин, пойти бы в статы, но у меня чемпиона нет. Обидно, 0.15 за уровень — это вообще ни о чем. По идее, придется жрать статы как ненормальный. Что с ним, блин? Что происходит? Что с ним? У нас чел сломался. Бля, три ловкача. Почему у этого больше стаков, чем у этого? Вот это битва. Что с ним? Что с... Я вообще не понимаю, почему он так бьет. Как будто он каждый раз прыгает. Это сломалось, типа call snap использовал, и сломалась тычка. Ой, это дота, блин. Без маны захуярил. Не. Хилочка. Бесполезная хилочка. На воде эта хилочка, конечно, посильней. Возьму, пожалуй, апрор, будет хотя бы какая-то броня.
самое интересное, что оно также отключает пассивки. Еще у одного колд снэп. Блин, ну мастер через дуэль, это еще и на тролле. Ё-моё, куда мы попали? Люди, спасите. Кажется, у нас тут будет жесткий тролль. Куда ж ты его в обратку бьешь? Чисто гений, я опускаю руки. Мне интересно, зачем брать магус? А, ну, ладно, это умник. Понял. Говорится, все понял, вопросов нет. Да жми ты уже Эклипс, ну у тебя же Эклипс, ты уже убил бы его давно. Жми Эклипс. Эклипс, жми. Не слышит. Эклипс, жми. Мана нет, что ли? Мана есть. Эклипс не жмет. Не хочет. Мультикасты. Куда? Куда мне мультикасты засунуть? Две дуэли. Два физа. Еще больше сопротивления магии мне не пригодится, точно. Тут в основном все физа. И Муэрта, и Giant Strike, и Канин, и Канин, и Канин. И Канин, говорю. Хотя контраспелл прикольно будет против... Против Hammer of Purity. Ну зачем мне мультикаст? Не, мультикаст точно нет. А куда мне его сувать? Он еще дуриал нашел мощно. Да, и Исси. Что он пишет? Кажется, вроде на русском. Но какие-то странности, по-моему. Я, правда, не знаю, насколько сильны сейчас иммунити, но в теории, если идти в статы, у нас получается дарует барьер равный 7, сумма всех атрибутов. То есть 7, просто число 7 умножаешь на все свои атрибуты. И
Вот показывается число твоей защиты, количество твоей защиты. Обратку, наверное. Пока немного. Интересно, если я возьму шар, буду крутиться в фейс-шифте, я же по идее не выйду. Да блин, взял, разбил варды. Он же гад. Не люблю чуваков, которые тупо, блин, сидит, разбивает варды. И нормально все, да? Все нормально. Все замечательно. Походу это ГГ. Хорош, баран. Подожди, я не поставил, да? Я поставил 1700. Говорит, хорош. И где же он хорош, объясните мне. Где он хорош? Это не хорош, это называется изи. Вот она хорош, да. Интересно, ему хватило маны на шедрял. Блять, нахуй ты своей матери народ давал. Блин. Да ты хуй кережи пожизненно, я просто, блядь, затупил нахуй, я тебя выебу, подожди. Окей, окей. Че не говорю, Вася, выебешь, сука, ебаный, радуйся, хули, блядь. Я хоть и родился, блядь, 13 января. Нет, ты сын лошади ебаная, нахуй ты вообще скажешь? Следующий день ебаный. Василян, подъезд, я нахуй не Вася, день. Блядь. Охуй, кто ты, ёба. Просто, бля, больное, бля. Да фига себе там оглушение, ё-моё. Интересно, что меня даже иммунити не выбил. Вот это прикольно. Это хорошо. Где попадание, алё? Не попадает. Акробатика, ёлки-палки, фига себе. Неужели это так работает? Всегда удивлялся, почему это так работает. Там пока вообще ничего нет. Это переигрывается. Он сам себя дает. Потому что контраспел. Защиты от магии у меня слишком много. Так, 59 подкрутил, я так вообще 92. Такое количество сопротивления магии магии точно не пробить. Фига себе, понял. Сдуло молодого. Да, пока хп мало, хаммер бьет больно.
Жесткая тема, жесткая. Беги, Бара! Бегущая корова. Бам по голове. Подожди, а что такое оглушение? Там что, кукловод, что ли? А, это под бланк соулом. Блин, офигеть, там стан длится, я не знаю. Ого, скорость атаки. Да под момчиком. Под Blood Rage'ем. Жестко. Это была называется на тоненького. Да что они все такие? Ой, что с вами, народ, ё-моё. Зачем тебе, говорит Колсне? По фану. Кстати, прикольная механика. Прикольная механика рефлекшена. Получается, что рефлекшен, если нажимаешь именно когда... Она нажимает свою ульту? Иллюзия вылазит именно Муэрта. Точнее, под ультой Муэрта. Что? Нормально. Ну подожди, 15% к интеллекту. Интеллект увеличивается. Дается статы. В теории неплохо. Добавляется урон. Я бы даже сказал хорошо. Что-то прям все сегодня какие-то... Запомни. Я насрну тебе в рот. Насрну. Понятно? Он насрнет. Страшно. Мне интересно, ты держишь эклипс, чё ты его не жмешь? Он как будто АФК встал. Зачем он взял эклипс? Зачем он взял пульсинову? На рандоме? А жать не нужно, да? Там дэмэдж есть. Да, без усиления дэмэджа мало, но дэмэдж есть и все равно быстрее убьешь. Там обратки нет. Просто нажимаешь сразу и все. Ну, пускай, да, там будет эклипс летать туда-сюда, конечно, дэмэджа будет мало, потому что там слишком жесткий медведь в плане ХП. Тяжело убить. Противление магии есть. Булварк. Давайте поверим в Булварк. Он попытался его обойти, серьезно? Жестко. Выебал именно пацан, блин. И он попытался его обойти именно через этот... Через Карапаси. Я твой мать ебал пирожок, блядь. Нормально. Овощи ебал. Commander,
И сколько у меня сейчас? 2500. Ну да, пока 25 волна, 2500. Можно сказать, вроде как немного, но... Но тем не менее. Стакаем иммунити. Просто я думаю, что если они апнули его, почему бы это не протестить? Да, я понимаю, что это не имба, конечно, но... Но все равно, если через это играть и тестить это, да. Какой-то смысл в этом есть, я думаю. Небольшой, но есть. Вывезешь, не вывезешь? Обидел. Попробовать взять стекляшку. Стекляшка хорошая тема. 30% дамежа. Вот ты, бля, бьёшь, сука, дура ты, тупая. Блин, что вы такие все пиздливые, боже мой. Зашел в лобби, блин, все друг друга гнобят, зачем, я не понимаю. Что в этом? Какая цель? Ну, серьезно, какая в этом цель? Вот сейчас собери обратку под эклипс. Почему он здесь кинул эклипс? Он меня слышит, что ли? Такое ощущение, как будто он меня слышит. Я такой, слезу, слезу. Неплохо он там, и вон нормально. А что? А что с лицом, тролль? Нормально. У тролля лицо потерялось. А это о чем говорит? А это говорит о том, что Булварк не пробивается. Физика. Урона нет. Да, есть дуэль, да, есть крестаки, а урона 0. Урона пока очень мало. Опа, плюс бабки сюда. Гений на СФе. Да, на Сефе жуткий гений. Просто лучший. Выключи боевая, сука. Так, ну по идее, все-таки интеллект будет попише, потому что он каждый раз добавляет мне больше, больше и больше интеллекта, что дает мне статы. То есть вот сейчас он дает мне мало. Че так мало? Всего лишь 23 интеллекта. Мало. Что-то реально мало. Ну ладно. Так, что, берем стекляшку? Больше дэмэджа, богу дэмэджа.
Что-то он как-то резко так прыгает. Я и не заметил. Что за день? Что за день? Еще один. Боже, как он... Как он агрится. Хорошо, это прекрасно. Хилится, хилится. 230-223 регена. Удалось пробить. Ну тоже, да, вот ты играешь через физа. Да возьми ты криты. Просто возьми криты. Значит, сколько дуэлей? 3 дуэли? Что-то многовато дуэлей в одной игре. Дуэлисты. Нет, дуэлянты. Дуэлисты-то не то. Тем не менее, по ставкам 13800 в плюс. А, ну это потому что тут было 5000, тут 3500, тут 2200. Да, все остальные ни о чем. Ну ладно, последняя 1000. Ну я считаю, что вот эти вот плюс 1300-1400 это такое, ну, немного. Конечно, тут способности прям под мастера. И голем, и криты. Вард бесполезен. Но найти ганслингер, все. Изи игра. Просто изи игра. Нужны статы. Нужно много статов. Еще и дуэль ему подарил, да? Не, не успел. Опять плюс бабки. Получается. У меня сопротивление магии 95%. Ё-моё. Что происходит? Ну да, пока у меня как-то слабовато пока по статам. Очень слабовато. Но нужно побольше, побольше. Немножечко побольше. И с деньгами все туго.
от Призма будет попизже. Да что за... То есть, когда первый раз нажимаешь, Не, наверное, лучше в силу идти. Первый раз нажимаешь, звук есть. А потом последующие разы нажимаешь, уже звука уже нет. Пропадает. Типа ты пропадаешь. Тролль переиграл обратку, вау. Хотя, по идее, мне можно опрор поменять, в нем смысла немного. Да, он отключает пассивки, но... Он поменял бы ларк, псих. Лол, взял, поменял бы ларк. Единственная защита против... Вот здесь, в этой игре, против физов. И он это меняет. Серьезно? Блин, чисто гений. Чё еще сказать? Я задержусь в этом мире. А, понятно. Пока все замечательно по способностям. Можно сказать, идеально. У меня даже два ролла еще осталось. Как так бывает? Непонятно. Продолжаем идти в статы. Как говорится, еще больше статов, богу статов. Тролль, умри, пожалуйста. Умри! Умри! Еее! Затипаем. Чел выиграл сколько? Ну ладно, 4К. В принципе, немного, но да. Даже неплохо. На Энигме вообще там 7500. Нормально, нормально. Что с этим троллем не так? Кто-то может сказать, что с этим троллем не так? Упс. Золотые врата между мирами широко открыты. Дэмэдж пошел, называется. Блин, баш, конечно, через бланк соул имба. Потому что сопротивление магии режется. Там защиты никакой. Логично. Мощно, мощно. Достойно. Как говорится, достойный противник. Поддержка с воздуха. Энигма, давай еще его вынеси. Аж... Хочется, чтобы Энигма тут всех вынес. Хотя вот Энигма берет уклонение, да? Какой смысл? Чтобы у медведя было уклонение, что дальше? В этом нет смысла. В этом смысла немного. 88%. А у него сколько? 82%. Шанс уклониться от атаки 35. Шанс уклониться от атаки. Ну да, если бы это был универсальный барьер. Как та же акробатика. Или тоже отторжение. Вот это было бы интересно. А вот обычное уклонение нет. Это контрится МКБшка. А крипы и так упадают. Я же говорю, что если бы это был универсальный барьер. Который защищает. То есть универсальное уклонение. Не универсальный барьер, а именно универсальное уклонение. Которое позволяет тебе избежать...
любой источник дэмиджа, но это слишком имбово. Ну хотя 35% по сути это немного, если заобузить именно с отражением. Вот берешь отторжение, 17%, там 35%, плюс... Забыл, как его? Забыл! А, лол. Можно даже Вайда так заобузить. Если бы они изменили Слэппи. Слиппи, Слэппи. Нет, Слиппери. А что я говорю, Слэппи? Слэппи это был игрушка в этом фильме ужастики. Слэппи. Ужасный Слэппи. А это Слиппери. Если бы они сделали это как универсальное уклонение. Чисто 35% и все. Максимум не нужно делать, да. Потому что если было бы больше, было бы вообще тогда просто непробиваемая хрень. Неубиваемая хрень. Вот сделать 35%, взять Вайда, взять его увороты. Ну, соответственно, талант, это понятно. И взять отторжение. Даже можно чисто заобузить акробатику, потому что акробатика тоже избегает. Дарует шанс избежать летящие снаряды. А это позволяет избежать удар. Именно удар. Но, по-моему, не ближника, а именно дальника. Прикольно смотрится. Нормально. Это было хорошо. Быстрое убийство. Просто произошло быстрое убийство. Подожди, сколько сопротивления магии? 95%. 95%. Ужас. Неужели это все ворота? Похоже, что да. Он Enrage нашел. Сдуло. Прикольно. 111 ударов. 24700 дэмэджа. Тут 44, тут 111. Нормально. Прикольно. Значит, у нас коррозия скин наносит 2x урона и замедляет скорость атаки. Ну, подшивы это прикольно смотрится. Именно подшивы это прикольно смотрится. Говорится, в этом что-то есть. Я вот думаю, нужно ли мне отключение пассивок? По идее, не особо. По идее, тут отключать пассивки можно, и фурики можно отключать с Марксмана. Марксман не особо нужен, конечно, да, его можно отключить, подойдя к нему. Мне в любом случае нужно подходить, чтобы нанести дэмэдж.
Зачем он это высирает? Объясните мне, зачем он это пишет? Для чего? Как будто он гений и играет прям на всю катушку. Сам, главное, просрал свою ставку и еще на кого-то гонит. Это больше всего мне не нравится в людях, когда вот так вот такое вот происходит. 4-6-6-6, интересно. Когда сам просрал ставку и гонит на остальных, потому что они проиграли его ставку. Так, главное, такую дичь гонит просто. Еще и капсом. И надо замутить он. Слишком душный. Чересчур. Блин, нет. Что я... Зачем я заменил это? Да. Кто мне скажет, зачем я это заменил? Он играет через фейс-шифт и взял... почему? Подожди, у меня он был не заблокан, или я его разблокал и поменял? Вот же ж. Что-то я туплю немножко. Что-то я подтупливаю. Наконец-то он выиграл. Ура! Щит медузы под иммунити. Имеет ли смысл? Подожди, как оно работает? Мне хочется проверить. Как оно все-таки работает? По идее, мана будет отниматься только после того, как иммунити закончится. Хотя, по-моему, нет. По-моему, оно одновременно. Мана отнимается и иммунити отнимается. Но вообще, под это все, то есть у меня есть защита, потоки маны было бы хорошо. Там, конечно, дэмэджа немного, но смотрится прикольно. В плане дэмэджа. Да, щиточек выбивают сразу. Кого понерфят в патче? Да я откуда знаю. Я же не играю в доту. А кто там сильный? Должны Муэрта понерфить. Муэрта имба. Молодец, отбегал. Красава. 5 мультикаста. 5 мультикаста и еще один барьер. Мне даже подарок дали. Я же топ-2. Нахера мне подарок? Три-два-два, нормально. Здорово!
Тут он мне выбивает щит, потому что урона слишком много. Тут логично выбиться. Выбиться щит. Однозначно. Че, он не давал дуэль? Блин, мультикасты слабые. Они, конечно, прикольно смотрятся, но они слабые. Все-таки тут надо возвращать вот это и менять контрспелл, потому что от контрспелла смысла нет вообще. Сопротивление магии мне не нужно. Там физика. Зачем мне контрспелл? На крипах он ничего не делает. Виндран. Ты старался? Молодец. Старался, это хорошо. Сколько? 118? Какие 118? Да, согласен, когда у тебя вех нет толком нормальных. Дошло. Что поделаешь? Как ты сдох? А? У него МКБ нет, ему попадать нечем. А вот крипочки уже пробивают. Щиточек что-то как-то вообще ни о чем. Не спасает. О! Где ты был? Где ты был? Я тебя искал. Это уже хорошо. Да, блин, что я жму? Не ту кнопку нажал, ё-моё. Из-за того, что у тебя происходит вот это, вот, когда ты постоянно меняешь способности, иногда мискликаешь просто. На ставках, кстати, ровно 21 тысяча. Все, уже 68-я. Щит, ну то есть иммунити, да? Уже не спасает. Да, какое-то время заживешь, но... Крипи его пробивает на ура. Что? Что? А? Что? Раз, два, три, четыре, пять. Пять ставок в минус. Понял. И ровно, кстати, ровно 21 тысяча получилось. Энигма через камбэк? Ну, у него неплохие способности. Он играет через уклонение, ты видишь. Через слипери. Этому взять МКБ, и все, он выиграет. Он не берет МКБ. Почему он не берет МКБ? Медведь жесткий, кстати. 3-3-3-9-4. Уклонение 95%. Нормально. А у этого сколько? 82. Мне интересно, где его сплэш? Что он делает? Неужели нельзя на медведя засунуть девастатора? 59 тысяч хп. А индийск держит. Да, реально, как будто энигма через камбэк. Ну, кстати, ему точно мне не нужно отключать пассивки. Тут будет уничтожение вардом, поэтому мне нужно в любом случае... взять вот это, однозначно. Тут будет уничтожение вот этим. С башем. Тут еще есть Black Hole, контроль. Но у него нет защиты. Никакой.
Только индийский свечеру все. Да, тут по сути изи, потому что когда ты понимаешь, что у него нет защиты, ты нажимаешь кнопки, ты защищаешься, ты выживаешь и все. Ну офигеть, вот это замедление, ёлки-палки, подожди, замедление атаки 160. А, медведь сдох, ГГ, понял. Спасибо за игру. Победили силы света. Я, кстати, не видел, сколько там было. Не глянул. Трек с мультикастом работает, да?